Я тебя убью, знаешь ли? Блин, а я умерла из-за этих дебильных лазеров. Мирослав, самый настоящий, буква Л, буква О, буква Х. Приветики, омлетики. Я Кама. А я Мир. Ребята, обязательно досмотрите видео до конца, ведь там мы, как обычно, объявим победителя прошлого ролика. Напишите в комментариях, сколько горящих огоньков вы найдете в этом видео. И мы случайным образом выберем победителя в комментариях. В этот раз мы будем играть вместе с Камилой на одном сервере. В большой школьный побег. Какой жесткий и легкий. Легкий, какой жесткий. Да, бомжик. Ты что, с ума сошел? Здесь ты должен сбежать из школы, чтобы тебя не прибил учитель, так как на уроке очень скучно. А что, так можно было, что ли? Мы сейчас в вентиляции находимся. В вентиляцию я попаду. Да, Мирослав, подожди меня, я еще даже не забралась. Вот, Камила прямо передо мной, сметанушка. Сметанка. Мир, подожди! Я делаю спидран. Тут надо кнопочку нажить. Прыжок. Полетели, я люблю. Тут очень летать классно. Вот сейчас мы находимся в такой вентиляции, куда даже учитель наш не пролезет из-за того, что... Он слишком жирный. Мы сейчас убегаем от учителя. Блин, а я уже сбежала, Мир. Класс, я тебя жду. Он за моей спиной. Ты ж помрешь. Yes, я убежал. А он Тони любит спортзал со своими бургерами. Отъел бы ябку большую. Пролезет тут, Лёнь. Ну все, Камил, прощай. Дай мне подожди. Ты видишь, где я, а где ты? Как бы, ладно, я тебя подожду. Я отшил этого учителя. Я вас всех обшиваю. И теперь остались только ученики. Мирослав, только ты меня не отшьешь. Потому что у тебя нет ниток. А у тебя наоборот, мозги. Ура, я попала. Я делаю пока что страйк, то моя сестра, она уже его сделала. Я уже, Мир, я тебя жду. Да ну и... Yes, страйк. Я включил режим бога, который я купил за робуксы. Когда они у меня правда были. Вот сейчас я быстрее него, так что я могу его вот просто вокруг столба вот так вот пум, и теперь пум, и теперь бам, и теперь кабам. Да, Мир, подожди меня. Здесь надо попасть в мишень, чтобы открыть мостик. Вот, например, я попала. Вот. Я уже попала давно. И теперь надо улететь, полететь. Вот сейчас, видите этот вентилятор? Сейчас мы на нем будем летать. Лазер. Блин, а я умерла из-за этих дебильных лазеров. Вау, а я долететь. Жду Камилу. Да блин, на! Давай я тебе прыгну. Проходи. Такого не Погнали, бывает. Я выпил колу, и теперь я супер быстрый. Я тоже выпью колу, и... Я наполнена энергией! Уху! Бау! Вау! Прыжок! Камила, не качай стол, я сейчас сдохну. Из-за кое-кого. Я тоже сдохла. А из-за... А далеко еще выход? Мы далеко уже прошли? Да, конечно, мы же на середине. Чего? Это только середина! Камила, не качай стол, я тебе говорю. А то вдалблю. Тебя что, пожадаешь? Я подрубать режим бога. Как и лошадь ржешь, рда бога своего включай. Намир, подожди меня. Мы катимся на картах. Бог, он хоть и маленький. Катимся на картах с вот этим вот... Пельмешка. Пельменем. Да блин, а! Надо его обогнать. Скотс. Ну все, а ты помер. С картом? Ой, Сникерс мои холодные, дай мне сын. Съешься. Буква Л, буква О, буква Т. Это получается твое имя.
Это получается твой ник. Я заколдовала этот кар. Я прочитала заклинание. Ох, все. Тяжки-мазяжки, коллеги-зяжки. Камила, не мешай. А, ты вот так вот. Ну ладно. В принципе, так. Мне не проблема. Че, так можно было? Ага. А ты что думаешь? Съешь. Камила, не шатай! Ай, ай, ай! Учитель, ах ты ж... Это зубная паста. Это как... Это же листочки. Мы сейчас убиваем учителя в режиме бога. Точнее, я из-за того, что какая ленивая попка. Буква Л, буква О, буква Х. Это твой ник. Режим убийца 2.0 включен. Делаем абьюз. Ха-ха-ха. Я прошел эту игру без победы над боссом. Лол. Значит, ты лох. Мирослав самый настоящий. Буква Л, буква О, буква Х. Ха-ха-ха. Я тебя убью, Дэшли. Буква Л, буква О, буква Х. Лох, лох, лох. Кстати, вон он, босс. Чё у него пузо, как два арбуза в текстуре застрял. Это было изи, я вообще даже не почувствовал. А вот эта вот сопелька, которая сидит рядом со мной, она абсолютно всегда останавливается на середине пути. Не забудьте подписаться на канал. Жмякайте колокольчик, чтоб не пропустить новые видео. Ну а победитель из прошлого ролика, вот он! Ура, поздравляем! Поздравляем! Всем пока!